Не-не-не-не-не-не-нет. Друзья, всем БГГшечки, всем море приветов, Нептун, это и я. Добро пожаловать на мой игровой канал. Сейчас у нас рубрика «ФНАФ пародии». Короче, мне часто писали об этом, да, я немножечко припоздал, но ничего страшного. Оказывается, у весьма неплохой и многообещающей ФНАФ пародии Virus J Total Madness, такое название, вышло какое-то крупное обновление. Разработчик там изменил некоторые механики, добавил новых скримеров, короче, там много чего прикольного есть. Я решил заново снять видосик. Мое старое прохождение можете посмотреть, вот наверху подсказочка, и вот такое было превью. А сейчас будем играть полностью с самого начала, полностью пройдем этот первый эпизод уже в обновленном варианте. Также, если зайти вот сюда, вот новые вещи, то можно примерно посмотреть, что вообще нас будет ожидать. Ну, видите, новые визуальные эффекты, где-то там в роликах будет улучшенное освещение, новые звуки, новая музыка, новые механики и скримеры, бла-бла-бла, измененный финальный ролик. Ну, вы поняли, да? Короче, много чего будет нового. Вот именно это новое мы сегодня и будем тестировать. Я постараюсь все перевести и адаптировать. Но перед тем, как мы начнем играть, друзья, небольшая рекламная интеграция, после чего мы начнем ознакомление с игрой. У тебя есть PlayStation, и ты не знаешь, где выгодно и быстро купить нужную тебе игру? Обращайся в Gamer. Тут всегда скидки и популярные новинки. Подписки по самым низким ценам на рынке. Более 1000 отзывов и скидка 10% по промокоду Нептун. Ссылка по QR-коду на экране и в описании. Несколько дней назад я много работал над этими аниматрониками. Я делаю это, чтобы развлечь детей, больных раком, в больнице. Пока я смотрел на этих аниматроников, мне казалось, что в комнате находится кто-то еще. Я почувствовал холод, и я начал видеть разные вещи. Я увидел, что у меня улыбающееся лицо, и я мог видеть мертвые тела. И моя дочь. Я не знаю, что со мной происходит. Это как будто бы я просто исчезаю. Глава первая. Здесь написана какая-то глубокая, абстрактная мысль, довольно жуткого содержания, поэтому я переведу ее текстом. Можете почитать на паузе, а я озвучивать думаю, что не буду. Погнали дальше. Давным-давно был человек, который совершил ошибки в своей жизни, у которого был брат еще хуже, чем он. Оба были отправлены в темную бездну, в чистилище, где только одного освободят, а другого приговорят к вечности. Бррр. Уильям и Генри. Это, кстати, Уильям Эфтон. Как раз таки. То есть, история вроде как похожа на канон. Хотя и не канон, вроде как. Я не знаю. 71 год. Ты готов, Уильям? Я никогда не был более готов. По сюжету мы помним, да, по первой старой версии, что они делали аниматроников для госпиталя, чтобы помогать детям больным. Очень скоро это будет революция. Ну да, это поможет многим людям. В больницах больше не будет страшно с нашими маленькими друзьями. Ты уже начинал ими заниматься? Аниматрониками. Я подумывал сделать их, когда закончу с больницей, чтобы можно было сделать их специально для определенных комнат. Это меня вполне устраивает, но не затягивай с этим. Я сделаю все, что смогу. Мне нужно увидеть Элизабет. В это время она как раз выходит из детского сада. Пока, Уильям. Передавай ей привет. Обязательно. ...1973 год. Смерть делает всех нас ангелами и дает нам крылья.
Раньше у нас были только плечи, мягкие, как когти вороны. Джим Моррисон. Ну, надпись вроде не поменялась с прошлого раза. Рейвенс, вороны. Генри пришел навестить Уильяма. И долго над этим работал, когда закончишь? Я делаю все, что могу. Но этот головной механизм просто убивает меня. У нас не больше недели, чтобы закончить. Я не знаю, смогу ли я продолжать это. Уильям, мы делаем что-то революционное и помогаем многим детям не бояться больниц. Даш, помощь детям. Генри, моя дочь умерла один год назад, и ни одна чертова больница не смогла ей помочь. Уильям, успокойся. Моя дочь, она была для меня всем. Я не хочу продолжать делать все это ради людей, которых я буду видеть всего лишь 30 минут в день. Я больше не могу. Уильям, убирайся отсюда! Пожалуйста. Этот момент я тоже помню, довольно жуткий, такой давящий звук, как человек постепенно сходит с ума. Ты уже это сделал. Ты чувствуешь? Кровь на твоих руках? Папа, мое тело все болит. Ты не можешь убежать от своего прошлого. Уильям! 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 Бум! Где я? Вирус J. Total Madness. Короче, я изначально думал, что я играл за Генри. На самом деле, ну, в первом видосе. А сейчас я так понимаю, что все-таки мы играем за Уильяма, которому отшибла память, может быть. Ну, по крайней мере, на это очень сильно намекает вот этот начальный ролик. Глава первая. Пробуждение. Что здесь происходит? Так, ну начало вроде такое же, как в старой игре. Давайте посмотрим, где мы. Так, назад мы выйти не можем. Заперто. Заперто. А, ну это проход вперед. Снизу справа карта. Видите, можно выбирать, куда идти. Звук стрёмный, страшный. Пустые тарелки, всякие непонятные. О! А вот это... Что такое? Вот письмо странное, страшное. Вот этого не было в оригинале. Подожди, давайте я вам переведу это дело. 1969, знаки вопроса. Я потерял счет дням, но сегодня я увидел его истинное лицо. Это то, чего я не могу описать. Он не демон и не ангел, он бог. И он прекрасен. Завтра я увижу не только его лицо, но и его настоящее тело. Я буду его подношением. Он сделал нам подарок. Я единственный, кто осознает это. Я готов стать плодом новой жизни, свободы. Я чувствую это. Он показал мне мое новое тело, мое предназначение.
Бог должен быть избавлен от этого ада. Мир увидит приход Малфоса. А какой-то бог? Возможно, бог потустороннего мира? Ну, в общем, Малфос. Может быть, вы знаете, кто такой Малфос? Я не знаю. Какое-то божество, наверное. А здесь сейчас будет сюрприз. Бам! Черт, как я очканул, когда играл в первый раз здесь. Сейчас-то я знаю, что в холодильнике трупешник. Но надпись у меня странно смущает. You did this. Ты сделал это, то есть... Это сделал я. Я кого-то убил и положил в холодильник. Замечательно. А учитывая, что здесь... Хотя нет, свет тут вроде как есть. Так что трупешник, по крайней мере, не сильно воняет. Так, ладно, идем дальше. А, это я обратно иду, блин. Немножко запутался. Давай, иди вперед. Так, заходим во второй коридор. Заперто. Заперто. Там, по-моему... It seems to be closed. Так, выглядит, как будто бы закрыто. Я должен найти способ туда попасть. Вот за этой дверью вроде как офис и будет выживание. Но я слышал звук... А, как будто бы дверь открылась где-то. Ну, замок щелкнул, как будто бы. Что это было? Вы это видали? Видали? Обалдеть! А вот такого в оригинале я не помню, кстати. Окей. Рискну ли я пойти за ним? Что здесь? Кстати, теперь можно здесь заходить. Раньше нельзя было заходить в эту комнату. Почему-то. Идем вглубь. Телевизор. 2-3-7-5. Звучит как пароль. Для чего ты? 2-3-7-5. Надо запомнить. 2-3-7-5. Где-то должен быть какой-то, видимо, кодовый замок. Давайте искать его. 2-3-7-5. Надо не забыть. Ну вот этого, кстати, тоже не было. Этот телевизор 2-3-7-5. Такого в старой версии не было. Это одно из... Ну, видимо, очевидных обновлений. Заперто. А вот теперь можно заходить, кстати. Оу. Так, 2-3-7-5. Вот куда это дело. Объекты. Когда дверь закрыта, нажмите пробел. Бла-бла-бла. Перетащите предмет. Ну, короче, использовать на пробел типа инвентарь. И фонарик. Хорош. Да, вот видите, вот на пробел нажимаю, у меня появляется инвентарь. Ключи. Со слоником. Слоник, кстати... Да, это может быть полезным. Слоник, это как раз-таки тот один из, наверное, главных аниматроников этой игрушки. Только у меня почему-то здесь он не отобразился. Странно. Так, Генри. 14 октября 1972 года. Прошло несколько лет, и мы создали в общей сложности 4 аниматроника. У меня проблема с их именами. Я не знаю, какими они могут быть. У жирафа проблема с шейным механизмом. Со временем мы ее решим. Мы с Уильямом думаем поместить этого аниматроника в сектор 2, потому что нам нужно заполнить много комнат. Я заметил, что Элизабет кашляет больше обычного, и думаю, что Уильям этого не замечает. Он проводит очень много времени, создавая и отменяя дизайн для аниматроников. Я беспокоюсь о его здоровье. Ну, а его и Элизабет. Здоровье. То есть он, видимо, полностью был погружен в работу, вообще с головой. Не успевал, не отдыхал, не успевал заботиться о дочке. А дочь начала чем-то болеть. Ну, как мы знаем, она в итоге умерла. А он на этой почве потерял рассудок. Глаз. Ну, то есть, да. Он помогал всем детям вокруг, но его собственный ребенок оказался... Ну, то есть ему никто не помог, его дочери. Неудивительно, что он обозлился на весь мир вокруг себя. Так, ну, больничные койки, больше ничего нет. Я думаю, что нам нужно топать. У нас есть ключи, по идее, мы можем тогда открывать ту дверь. Так. О, сюда, кстати, тоже может теперь стал заходить. Ой-ой, очень много маленьких, смотрите, маленьких коечек. Где, возможно, лежали новорожденные, ну или очень маленькие дети. И, смотрите, очень много тел. Что же здесь произошло? Жуть-то какая! Ладно, давайте отсюда выходить. Чего любопытного тут нет.
Так. А в эту дверь можно будет зайти? И в эту тоже можно. Ну, тут вроде бы на первый взгляд ничего любопытного нет. Кроме тела. С торчащими ногами из-под простыни. Ну, это морг. Смотрите, вон там, видите, эти отделения, где лежат трупешники. А может и не лежат, без понятия, но... Ничего любопытного здесь я не вижу. Поэтому давайте у нас... Будет только один. Начинать смену ночную нашу. Да, это не похоже на выход. Но наш герой здесь очнулся, то есть он... Ему здесь ничего делать-то, по сути, нечего, он хочет уйти. Что? Что это? Ху-ху-ху. Посмотрим, изменилось что-нибудь в старой версии или нет. Это слоник. Нет. Он ушел. Но кто-то использовал эту мелодию. What the hell is happening? Что, черт возьми, происходит? Кто-то нажал эту заманушку и меня спас. Но это точно был не я. Уильям. У тебя нет времени. Кто ты? Ты должен вспомнить. Слон слепой, используя звук на камерах. Лев не любит свет, а черепаха любит внимание. Что происходит? Увидимся в 2 часа дня. Так, все становится хуже. И кто-то там еще сказал, кто-то, короче, любит внимание. То есть, наоборот, нужно смотреть на кого-то. На черепаху. Прикольно. А это котик был? Фонарик. Есть контакт. Я не помню, а котика, по-моему, не было. Фонарик разряжается. Неприкольно. Обнимашки! Обнимашечки! Но я должен был умереть. Потому что так было бы неинтересно. Так, давайте вспоминать. На E play sound. То есть мы должны этого слоника гнать по камерам. Давайте вот сюда. А теперь в большую комнату вот сюда. У меня была такая тактика. То есть я его всегда держал вот на этой боль... Что это, мать его, было? Почему он не сломал камеру? Что-то не въехал. Я сейчас вот не понял. Раньше этот вирус там был. Он появлялся на камере, на него просто нельзя было долго смотреть. Он ломал камеру. А тут он просто ни с того ни с сего бахнет и ломал камеру. А теперь он может меня убить? Вот этого я не помню в оригинале. По-моему, у вируса, который херил мне камеры, раньше не было скримера. Он просто ломал, но он не мог меня убить. А теперь может? И по какому принципу он меня убил? Что-то я вообще не понял сейчас. Подождите, нужно привыкать. Кто-то там, короче, любит внимание. Может, его нужно искать на камерах и типа на него смотреть? Ну, на черепаху имею в виду. Просто по привычке говорю вирус, я его раньше вирусом называл. Ну-ка, давайте. Расщелкаем. Вот он. А-а-а! У него механика изменилась, я понял. Он когда говорит так вот, слышится, да, звук? Это значит, он где-то появился. Черепаха это.
Ага. Все, все, понял, понял, понял. Разобрался. А слоника я буду держать вот на этой камере. О, он порычал где-то. А где? Его нету. Он сказал свое завывание, но его на камерах тупо не было. Если бы я умер от него, я бы вообще психанул, но ладно. Скримака Лёва мы еще сегодня не видели, поэтому я даже в какой-то степени рад. Что это, блин, такое тут появилось? Он так страшно дышит. Что это? Так, хватит. Хватит. Так. А где этот черепаха? Вот он. Я не понимаю, но это... Они сговорились. Порычал черепаха, я только включил камеру, начал ее искать, и меня внезапно что-то поломало все камеры. Я не мог менять, ну, переключать камеры. За это время, конечно, этот чел постоял черепаха, меня и грохнуло. Так, хорошо. Сейчас меня грохнул лев. Но я совсем недавно подсвечивал окно. То есть, подождите, лев может прийти не через окно. По крайней мере, может быть, у него несколько приходов. Ну, пути прихода. Может, нужно подсвечивать не только окно, а что-то еще? Обалдеть! Вы это видали? А с каких пор лев стал Человеком-пауком? Что это было? Он что, теперь может по потолку бегать? В старой версии, друзья, он, короче, только в окне был, и все. Офигеть, а теперь он может быть где угодно, зашибись. А в окне он может быть? Черт, страшно, страшно. Я боюсь. Еще эта музыка началась жуткая. Так. А в каких... Вот знать бы точно, в каких точках он может быть. Так, ладно. Фонарик, мне время кончаться. Не кончайся, работай бесконечно, пожалуйста. Ой, музыка какая тяжелая. Ой, какая страшная музыка. Спасибо, фонарик. Чтобы без тебя делал, без твоего выключения. Ай, паника, давай быстрее уже. Еще бы разобраться со всеми этими... Прям бы финишной прямой. Там буквально, не знаю, секунд 5 я победил. А, бесит. Ну что я могу сказать, друзья? Официальная игрушка стала тяжелее, чем она была в ранней версии. А, Лёва! Ишь! Ишь, мерзкий Лёва! Зашибись! Минус нервы! Давай, уже заканчивайся, тупая ночь. Точнее, час. 13. Балдеж истинный и бесповоротный. Монстры ушли, но обещали вернуться. Серьезно, ну типа очень потно стало. Я много монтировал. А уже почти готово. И вот. Вау. Он выглядит как живой. И как ты этого назовешь? Бобби. Хорошее имя для вороны. Бобби будет моим лучшим другом. Ну, что ты хочешь сегодня скушать? А можно пиццу? Ну, конечно. Но мы возьмем две, потому что Генри тоже будет кушать с нами.
А дядя Генри останется на ночь в этот раз? Возможно. Он очень любит быть здесь. О, он будет рад увидеть Бобби. Так, это намек. У нас сейчас, друзья, будет новый противник. По-моему, это ворона по имени Бобби. А вот этой мелодии я не помню, если честно. Мелодия, возможно, тоже изменилась. Я помню, что можно было сюда подойти. Never give up. То есть, никогда, друзья, не сдавайтесь. Да, не сдавайтесь. Всегда добивайтесь своей цели. Так, много-много всего, что мне здесь не нужно. Давайте просто сбежим. Нам нужно просто сбежать. Делов-то. Ну а теперь что? Какой ты инфаркт жопы! Помни, что ты создал, что ты разрушил. Все страдания, которые ты причинил, и все страдания, которые были тебе даны. Генри, моя дочь умерла один год назад. Ни одна больница не смогла помочь ей. Успокойся, Уильям. Ты не можешь изменить свое прошлое, Уильям Эфтон. Продолжаем, друзья. Еще один час. Делаем то же самое. Но тут еще ворон появился. Насколько я помню... На ворону нельзя, наоборот, долго смотреть. Если против черепахи, наоборот, надо на нее смотреть иногда. Ах ты, сутуленький песик. Я просто не знаю, где лев, поэтому мотай башкой везде. Везде, вот повсюду. О, ты кто? Вот этого не помню. Что это, блин, такое? Что это была за морда? Этого чела я не помню. Это и есть та ворона? Это ворона, да? Ядрите она стрёмная. Ну, короче. Как я понял, скорее всего, она действует наоборот. То есть, если на черепаху надо смотреть, чтобы она пропала, то если я вижу ворона, нужно моментально переключать камеру. Но в остальном все вроде бы тоже. Да, потники будет геймплей. О, лево. Фух, успел. И фонарик хватил. Чудом каким-то. Хорош, пока что все под контролем. Ух. Я, короче, понял, что лево точно потолки бывает в окне, и, возможно, где-то с правой стороны. Я пока еще с правой стороны его не встречал. Ай! Не смотрим. А на тебя смотрим. Все нормально? Так, примерно по полфонарика тратим на один заход. Так, тихо. Нормально все? Нормально? Тихо, фонарик, давай восполняйся. Самое время. Так, тихо, никого нет. Так. О, Лёва! Ладно, повезло, здесь он был справа. В окне он... Его проще всё прогонять. Ой, что я сделал? В окне, потому что он очень быстро уходит. А в остальных местах, скорее всего, приходится очень долго ждать. Навести на него, да еще и поточнее наводить. Так, тихо, восполняйся, фонарик.
Ай! Назад на родину. Ах ты, собака, все еще в окне. Это хорошо. То, что он в окне, это прям замечательно. Ух, напряженная музыка пошла. Ух, сейчас, значит, близится завершение. Рау. Но не рычи, не рычи. Все нормально. Не рычим. Так, тихо, 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 тихо. Все нормально. Наверное. Где-то был лев? А где он был? Минуточку, минуточку. Я его сейчас где-то прогнал. А где он был? Он где-то был с правой стороны. Я его не заметил. Тут так темно. Скорее всего, он где-то под столом, может быть? Боже. Напряженная. Напряженная. Фонарик сдох. Молодец. Опять прогнал. А где он был? Я ему не могу его найти. Да. Все, 14. То есть 2 пм. Как мне... Ой, да, пьем, все правильно. Монстры ушли. Ненадолго. Звонящий мне по телефону чел сказал, что встретимся в 2. Ну, погнали. Встречаться, значит. Плач какой-то реверсированный, да? Как будто задом наперед. Ого! Это новый ролик, его не было раньше. Вот тот, помните, из листочка того, о котором писалось в каком-то божестве, помните? Чел какой-то писал. 69-го года датирована записочка была. Там именно он и был изображен. Обалдеть. Don't give up, да? Там все так же осталось. Safe place. Давайте сбежим, что ли? Вот еще дверь какая-то, она... А, это кладовка. В старой версии она была в другом месте. Safe place. Здесь можно проигрывать разные пленки, если бы они у меня были. Афтон. Так, идет запись. 14 октября 1972 года. Мои планы на большого парня сводятся только к тому, что... В общем, сделайте его великим, этот персонаж. Но его нужно воплотить в жизнь. Это самое худшее, но несовершенство порождает совершенство. Я действительно думаю, что это может оказаться лучше, чем я ожидаю. Лэмбли выглядит великолепно. Генри очень крутой человек со своей аудиторией. Я мог бы отразить его в этом аниматронике. Он любит слонов. Я вот подумал, двух аниматроников для больницы не хватит. Недостаточно. Сектор 1 маленький, его легко прикрыть двумя аниматрониками. Но... Сектор 2... Нам нужно больше развлечений. Что за... Уильям. Я иду за тобой. Что происходит? Ты вспоминаешь? Кто ты? Отвали от меня!
Я хранитель раздробленных душ. Мое имя — это зеркало. Я не причиню тебе вреда. Как я могу тебе доверять? Тебе нужно... Что? Что мне нужно? Вспомнить, наверное, да? Тебе нужно вспомнить. Ну и, собственно, финал. Балдёж. Вот так-то. Ну да, ролик, конечно, изменился. Интересно, интрига все равно не поубавилась. Вопросов у меня не поубавилось. Вопросы остались примерно такие же. Что-то происходит, блин. В каком времени происходит события. И где конкретно? В голове героя или в реально он в каком-нибудь, например, заточен измерении, да? В потустороннем. В общем, будем ждать продолжения. Вторая глава, второй эпизод уже вовсю в работе. И, возможно, уже на финальной стадии разработки. Так что скоро увидим вторую часть. Второй эпизод. Ну а пока, большое спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, вам понравилось мое прихождение. Старался все перевести, все адаптировать и дать вам хороший, качественный контент. БГГ! Непременно подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также в описании найдете ссылочки на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой дискорд-сервак, также на мой дзен, смотрите видосики на день, это очень важно. Ну и мой бусти, если есть возможность, можете меня там поддержать. Каналу очень нужна ваша поддержка в это непростое время. Всем пока-пока!